РУ-ТВ. Смотри музыку. Прямой эфир на телеканале РУ-ТВ продолжается. Ну а я напоминаю, что сегодня есть уникальная возможность купить билеты на премию телеканала РУ-ТВ со скидкой 20%. Заходите на сайт www.ru.tv и вводите промокод «Номинант», и тогда скидка 20% ваша. Ну а у меня в гостях следующий номинант – это Артур Пирожков. Артур, привет! Привет всем! Я счастлив здесь видеть и не только тебя, Лиза, ну и вас, дорогие друзья. Ничего себе, как красиво сказал. Скажи, пожалуйста, 20%, а как это, что там? Это ты заходишь на сайт телеканала РУ-ТВ. Потому что мне очень нравится это. Да, этот нравится. 20%, друзья, где? Где мы можем это найти? Только на сайте РУ-ТВ. РУ-ТВ. Да. Вводишь промокод «Номинант» и скидка твоя. Ай. Артур, да. Ну что, ты наверняка уже в курсе, что ты представлен в номинации «Лучший певец». Самое главное, что я давно это знал, и только сейчас, спасибо премии РУ-ТВ, которые просто сделали это официальной историей. Я предлагаю сейчас прямо получить мне эту премию, так. Я пойду, у меня дела. Ну, кстати, у нас там лежит один самовар для красоты пока. Я готов. Но там написано «Лучшее концертное шоу». Это тоже не помешает. Неплохо, да? Лиза, я очень рад тебя видеть. Спасибо. Мы сегодня в коже. Мы с характером просто. Мы с характером? Да. Класс. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь своих соперников? Очень крутые ребята, очень крутые. Кто именно крутой? Все крутые, вся четверка. Но самое, знаешь, они, конечно, крутые, но как только появился в этой пятерке я, ты понимаешь, да? Все расступились или что? Все не то, что, ну... Померкли? Ну, есть Пирожков, есть все остальные. Причем я с уважением ко всем стою. Ну, я чувствую это. С восхищением, с уважением. Но ты посмотри внимательно на эту фотографию. Ладно. Посмотри. Там же все понятно. Скажи, в том году ты победил в номинации «Звезда танцпола». Вот да. Что для тебя круче и важнее? Звезда, ну, ты танцуешь всегда, это тоже важно, да, зажигать на сцене. Мне любая номинация, это всегда приятно. Это когда я делаю все возможное, я делаю всю музыку, я направляю на то, чтобы человек за эти 3-3,5, то и 4 минуты просто забыл о своих проблемах, забыл о своих делах, поднялся и сделал какие-то танцевальные движения. Это на самом деле, это своего рода медитация. То есть танцы, когда человек танцует, ну, он как минимум добрый, счастливый и легкий. Ты понимаешь? Ну, как серьезно, ты видела, как серьезные люди танцуют? Они не умеют танцевать. Так вот, я делаю все возможное, чтобы моя музыка превратила серьезных людей в несерьезных. Ну, мне поэтому кажется, «Звезда получается». Танцпола для меня это очень приятно. Очень просто приятно. Когда ты выступаешь на наших корпоративах, все серьезные люди встают и танцуют, и превращаются ты в несерьезных. Ты понимаешь, да? Вот он сидит, да. Вот он сидит в статусе весь своем, со своим суперокладом. Вот он крутой. Да кто я такой, чтобы я встал и удостоил вас чести потанцевать? Как ты человек. Ты человек, так ты наслаждайся жизнью, отложи все свои проблемы, статусы, все вот эти пальцы. Танцуй, у тебя получается, кайфуй. Ты молодец. Предлагаю посмотреть, у кого еще получается, потому что прямо сейчас мы открываем последнюю на сегодня номинацию «Звезда танцпола». А пока мы будем смотреть ролик, вы сможете проверить, угадали ли вы результат или нет. И мы узнаем, кто же получит в подарок 2 билета на премию телеканала РУ-ТВ. В номинации «Звезда танцпола» представлены «Добро», «Юность», Клава Кока и Нилетто, «Краш», Рауф, Файк и Нилетто, «Если тебе будет грустно», Филатов и Кэрос, «Чилить», Артик и Асти, «Девочка танцуй». Ну что, как ты думаешь? Девочка, танцуй. Сама песня говорит уже
о том, призывает, что, да? призывает что, что, друзья, выходите и будьте звездами с танцпола. То есть ты за Артика и Асти? Да. Угу. У нас вообще, мне кажется, все говорят про Артика и Асти, вот все артисты, которые приходили, и про Джонни. Ну, понимаешь, в этих артистах, знаешь, почему они говорят? В этих артистах есть любовь, есть чистота, честность, порядочность. Они звезды в душе, угу. понимаешь? Они не звезды вот где-то там наружу на показ. Они вот такие пришли, искренние, честные и делают все от души. Поэтому они притягивают, поэтому они говорят. А что касается, например, Нилетто, Клавы Коки? Очень хорошие молодые люди, талантливые. Я им желаю успеха, удивлять, потому что один артист сказал очень великий, сложно, точнее, да, сложно стать первым, но гораздо сложнее там находиться дольше, ну вот, долго. Поэтому я здесь, нет, я это сказала. Зарубежная одна звезда, но я могу сказать, что здесь есть артисты, которые я надеюсь, будут на эстраде или в пространстве, в звездном пространстве находиться дольше, чем одна песня. Ну, Артик Асти точно там уже долго находится, уже долго, они большие молодцы. И поэтому мы долго, и мы только начинаем, моя любимая фраза, все только начинается. Ну что, талантливый человек талантлив во всем, это я, конечно, про тебя. Я знаю, что 6 мая, правильно я говорю, у тебя выходит новый фильмец, ну как, не совсем новое, а продолжение, правильно? «Бабушка легкого». Ты ведь говоришь верно, 6 мая действительно во всех кинотеатрах. Угу. Я приглашаю всех любителей хорошей суперкомедии. Почему люди должны пойти на нее? Сейчас я скажу. Это заключительная часть в трилогии вот этой планеты под названием «Бабушка легкого поведения». Она будет называться «Прабабушка легкого поведения». Все герои с первых двух частей играют там, но играют абсолютно новые роли, потому что это приквел. Вот, я приглашаю всех зрителей телеканала РУ-ТВ с 6 мая во все кинотеатры. Что там, Турцию отменили, еще что-то. Поверьте, это гораздо круче, чем любая Турция. Это эмоция, это настроение. Сходите всей семьей. Посмейтесь, да, да, отдохните. Некая медитация. Правда, 16+. Ну, 16+. Ну, может, даже 12+. Теоретически нормально, не стыдно. Но я могу сказать, что мы наконец-то сняли комедию, которую мы очень долго ждали. Мы придумали такой новый формат комедийный. Такой комедийный шпионский экшен, боевик. Угу. Поэтому там супергерой. Кстати, на РУ-ТВ крутится мой клип «Тудым-сюдым». Это саундтрек к этому фильму. И там главная героиня, Луиза Карповна, если вы видели, она такая интересная. Вот она как раз из этого фильма. В общем, 6 мая обязательно приходите. Ну, ты очень эффектно позвал на фильм, а теперь давай очень эффектно позовешь на нашу премию зрителей телеканала РУ-ТВ. Это нельзя пропустить. 22 мая в Крокус-Сити-Холле одна из лучших премий планеты, премия телеканала РУ-ТВ в Крокус-Сити-Холле. Что там? Просто достаточно сказать, там буду я. Там будет хорошее настроение, там будет много красивых людей, много сумасшедших, фантастических артистов. И там будет потрясающе, насколько я знаю, Леша Голубев, режиссер этого всего мероприятия. А это качество, это мировой уровень. Ну и много-много сюрпризов. Приходите, мы вас ждем и подарим свою любовь. Комплект выбрал, в котором пойдешь по дорожке? Или мужчина? Я еще не думал. Я думаю, что в начале мая я займешься этим вопросом. Потрачу 5 минут, чтобы что-то возьму из своего домашнего. Ну, ты прекрасен во всем, ты это знаешь. Спасибо, мне Лиза. Не нужно говорить даже спасибо об этом. Огромное. Спасибо большое, что пришел. Желаю тебе прекрасного настроения. Хотя ты всегда в нем пребываешь, поэтому что уж тебе его желать. РУ-ТВ. Смотри музыку.